Несколько советов, как сделать эту медитацию более эффективной. Перед тем, как вы медитировать, ну, соберетесь медитировать, хорошо сделать растяжку. Ну, просто потянуться так вот, там как-то вот, немножечко так размять тело. Вам будет легче расслабиться, и, соответственно, энергия начинает течь через все тело. Вторая вещь – правильная осанка. Внизу спины должен восстановиться прогиб. Вот. Обратите на это внимание, когда будете медитировать, хорошо, если это будет, вам будет легче сосредоточиться. Третье, просканируйте тело, отпустите напряжение. Вот. Это то, о чем мы сейчас говорили, просто вот кому надо, я могу дать эту презентацию, можем выставить в интернете, вы можете себе скачать. Четвертое, сосредоточьтесь на дыхании. И пятое, займите позицию наблюдателя. Вот пять вещей, которые, вот о которых мы говорили, простой алгоритм, это работает. Я сам пытаюсь регулярно это делать, когда я занимаюсь молитвой, да, медитирую на молитву. Вот эти вещи помогают, простые пункты. С руками как надо? Ну вот так можно, вот на коленях, если вы... когда мы сидим... Давайте такие тонкости уже, сейчас они несущественны. Если вот по-хорошему надо в сукхасане сидеть, вот, и руки, они вот так вот в этой позе, да, вот там они зажаты, в мудре определенной. Вот как у этого человека, который был в предыдущем слайде, где у нас... Вот видите, у него мудра, руки вот так вот у него зажаты. Ну, это уже такие тонкости, ну, вот хотя бы просто сесть прямо на стуле уже нормально. Вот пять вещей, которые помогают перед тем, как человек начинает заниматься медитацией.